Если вас укусил жук-дровосек-титан, это хоть и не ядовитый жук, но при помощи своих ротовых щупальц он запросто может перекусить ветку дерева, не говоря уже о коже человека. При укусе жук оставляет непримечательную рану в виде двух проколов. Через час палец начинает воспаляться и немного принимать синеватый оттенок. По-видимому, пошло заражение инфекцией при укусе. Обработайте рану антисептиком. Если боль пальца не проходит, можно принять обезболивающее, но только по наставлению врача. Для снятия отека наложите антигистаминный гель, который поможет снять отеки и воспаление. Если хотите видеть последствия, что стало с пальцем, то переходите в мой телеграм. Ссылка в шапке профиля.